комментарий ребят. В принципе, начали хорошо первый период, да, повели в счете, но в дальнейшем упустили, в принципе, свою игру. Не знаю, с чем это связано, какие-то малейшие недоработки. Вот, и, к сожалению, играли только на один гол. Так что надо готовиться к следующему матчу. Все, конечно, очень сильно переживают, такая идет не очень хорошая ситуация. Вот. Но ее надо в любом случае переламывать, у нас другого выхода нет. Есть понимание того, почему не удается результативно действовать в последних матчах? Не знаю, даже ребят может больше бросать, создавать, наверное, более острые, да, моменты. Не упрощать, да, игру, а наоборот, может где-то чуть играть по раскованию. Но это легче сказать, да, чем сделать. Вот. Я думаю, все как бы копаются, да, все ходят с такими головами, но равнодушных людей точно здесь нет. И опять же повторюсь, иногда может надо упасть в самый низ, чтобы, да, подняться потом. Самое главное, нельзя сдаваться, как бы, и работать. Опять же, спасибо болельщикам, они нас очень хорошо, да, поддерживают. К сожалению, мы их сейчас пока подводим. Вот. Но все ребята переживают, поверьте. И тяжелая, тяжелая ситуация.